Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня вторник, как обычно, в это время с вами «Громадская на русском». В студии работаю я, Иван Яковина, и Кристина Бердинских, которая выздоровела уже наконец-то, болела немного. Ну, не совсем выздоровела, но да, на пути. Сегодня новости, как обычно, приходят опять в последнее время, к сожалению, главное из Донбасса, где продолжаются очень серьезные боестолкновения в районе аэропорта. Вчера происходили какие-то непонятные обстрелы пригородов Мариуполя. В общем, ситуация там остается очень серьезной, напряженной. И мы более подробно обсудим то, что там происходит, с Натальей Гуменюк, корреспондентом «Громадского», журналистом, которая вернулась только что из Донбасса, где она провела больше недели, да, Наташа? Неделю, да, грубо говоря. Расскажи, пожалуйста, там действительно настолько обострилась ситуация, что об этом, ну, не врут, грубо говоря, все СМИ, когда говорят, что там прям серьезно-серьезно? Ну, это самое серьезное, что происходит после подписания Минских соглашений с начала сентября, самые сильные обстрелы, и просто дело в том, что они происходят одновременно по очень длинной линии фронта. Это, наверное, и вот есть сейчас самый главный вопрос, будет ли наступ, да, будут ли заняты какие-то новые города, новые позиции, потому что сейчас это такая позиционная, не знаю, мы уже говорим, как какие-то военные люди, да, но такая позиционная война, когда ведется обстрел из огневых точек, тяжелой артиллерии. Ну вот я буквально сейчас, да, читаю новости, что-то там все время проскакивает про новые пункты, но я всегда должна тоже сказать, что паники иногда больше в СМИ, чем там на месте. Но это не потому, что там, как бы, там намного лучше ситуация. Мы просто тоже многое упускали из виду. То есть была какая-то такая тишь. И то, что там постоянно стреляли, на это уже перестали обращать внимание. Но все-таки... Расскажи, в скольких населенных пунктах ты побывала и каких? Я не знаю, если вы бы могли показать карту, почему мне кажется, что интересно, мне кажется, мы можем сделать какие-то приблизительные выводы. Мы с моим коллегом Богданом Кутеповым, мы просто постарались заехать все вот эти городочки, села, в которых в прифронтовой зоне, начиная с Донецка до там российской буквально границы, то есть это там довольно обширная территория. Да, несколько вот сотен вот, километров. Да, это вот, ну просто вот так, там же так, ты прямо не ездишь, просто заезжаешь там под аэропорт. Дальше вот есть такая напряженная точка Дебальцево. Скажи, пожалуйста, ну ты была, вот вы вместе, когда вы были на украинской стороне линии фронта, я правильно понимаю, да? Вы не заезжали в ДНР? Нет, так нельзя, так не работает для нас. Мы можем или тайком в ДНР, да, отдельно, просто или же работать здесь. Что вы, да, это украинская территория, в некоторых степенях это все-таки очень близко до нейтральной полосы, но я должна понимать, должна тоже напомнить, что в некоторых случаях между позициями боевиков и позициями украинской армии где-то около, ну, может быть, там полкилометра, да, то есть это они очень близко находятся, то есть есть и такие населенные пункты, где вот ты приезжаешь и говоришь, а там уже мы не знаем, чей блокпост, но ехать или не ехать, может, мы приедем, а там уже там где-то виднеется, он, не знаем, наш, не наш, там вот как-то так это все происходит. Но, к сожалению, я должна сказать, что каждый день мы получаем новые сообщения о пострадавших. Это касается и военных, и гражданского населения. Наташа, прости, я тебя еще раз перебью. Просто и почему я очень хотела, чтобы именно сегодня ты к нам пришла? Потому что вот в прошлом эфире, во вторник, когда я вела его сама, без Ивана, это как раз случилась трагедия под Волновахой в этот день. И ты была на Востоке и продолжила свое путешествие уже совершенно в другом контексте, когда с каждым днем как бы ситуация ухудшалась и ухудшалась. Ощущала ли ты это, прибывая в новые населенные пункты, да, и ну, где ситуация, наверное, была хуже всего, что ли? Я думаю, вы может даже мне, вот у нас там есть некоторые видео, которые вы можете показывать, да, как это все происходит, где, когда действительно можно увидеть снаряд, там, града посреди дороги. Во-первых, я думаю, что стоит отметить, что когда мы говорили с водителем подобного автобуса в Луганске, который ездит из Луганска, да, маршрутки, он такой, что в Волновахе? Я говорю, да, ну, конечно, есть такая трагедия, но для многих в этом нет ничего нового, потому что за эти 4 месяца, ну, говорю, какие 4 месяца, больше, за эти полгода были случаи, когда обстреливались маршрутные автобусы, когда погибали водители, просто здесь трагедия, потому что сразу же очень много людей.
И самое странное, вот самое страшное, что, наверное, сложно представить, там действительно много людей живет. Это трехизбинку мы показываем, это такое село или городок вот посредине Луганской области, уже куда тоже, считаю, очень тяжело доехать. И с другой стороны там буквально находится Славяно-Сербск, город там через мост на территории, которую... Там много людей осталось? Много. Я бы сказала, что ну, особенно в этой украинской прифронтовой зоне осталось большое количество людей, уехали какие-то с детьми, но в принципе все остаются, потому что вот это, наверное, самое, наверное, то, чего, почему... Мне вот очень сложно, например, говорить о Донецком аэропорту, о котором все говорят, потому что там очень визуально это все. А там это не так. Это просто постоянный риск. Ты просто не знаешь, когда в твой огород что-то может попасть. Или попадет. Или ты пойдешь по улице. То есть мы понимали, что там дети, взрослые, старики, они просто вот привозят огромное количество волонтеров, привозят им помощь. Мы стоим, и мы реагируем на эти звуки. Они не реагируют. Они просто действительно ну, никак, потому что они привыкли, что так происходит постоянно. И вот это ощущение такой странной беспечности, которое... Вот его очень сложно, наверное, журналистам передать визуально. То есть, да, вот, и показать, что это опасность, и жизнь от этого лучше не становится. То, что там... Ты, в принципе, можешь жить, ты, в принципе, можешь как-то вести какую-то деятельность, но просто угроза всегда есть. Но вот расскажи по поводу электричества, воды, газа, как это все обстоит, где есть, где нет. И вот, наверное, это как там для меня, как для украинского журналиста, наверное, тоже тема номер один, потому что мы можем говорить о количестве погибших, но вот есть такие вещи, которые называются, знаете, структурным насилием, да, когда многие люди в очень плохой ситуации, она не там, это не боль, это не ранение, но когда в минус 20 нет отопления, когда в той ситуации регулярно там нет то воды, то света. Но, к моему удивлению, я смотрю, что там, например, есть некоторые военные подразделения, которые специально существуют для того, чтобы помогать. То есть, ну, что это происходит там? И на самом деле, ну, сломалась вышка электрическая там в трехизбинке, вот мы там были. Договариваются с той стороной, с так званой ЛНР, военные украинские, о том, что так, на 2 часа огонь прекратили, и вы прекратили, и мы. Приехали рабочие, вышку починили. 2 дня прошло. Можем даже она сломалась. Газопровод сломался. Такие, давайте снова договариваться. С 9 до 11 чиним газопровод. Доехали. Ну, имеется в виду, что и вышка, и газопровод, они обеим сторонам поставляют там газ. Там вообще очень хитрая же ситуация, потому что это все разорвано. У нас есть, там есть один кусочек, где, ну там, например, почему удается договариваться, потому что, да, распределительная станция работает и на тот населенный пункт, и на тот населенный пункт. А свет нужен всем, или там вода. Даже есть такие части, где, например, именно с российской территории поступает электрика, и есть такая часть, где там с украинской территории туда. То есть там же после даже Советского Союза остались какие-то такие странные вещи, это все очень немного странно. Удивительно, что вот, могут договориться починить вышку, да, или там газораспределительную станцию, они могут прекратиться друг друга убивать. Вот это вот как-то меня вызывает. А это вопрос того, что мы, наверное, просто все, я ну, как-то последнее время этим интересовалась, это вопрос того, что мы не очень себе хорошо представляем. Так на всех войнах есть. То есть я потом, мы тоже узнавали, что есть, всегда договаривается, вот мы тоже говорили с подразделением, которое занимается, да, вывозом тел. Всегда есть эти договоренности на вот этих локальных уровнях, они происходят, потому что это вот как раз тут гуманитарный вопрос. Ну да, это такая интересная вещь, о которой многие не знают. Что люди там звонят, вот человек из украинской армии звонит человеку из там этих каким-то сепаратистам, говорит, вот сейчас приедут там волонтеры забирать тела, вы их встретили, мы их встретим потом. Но это вопрос в том, что это же не договоренности политические, вот это тот уровень, на этом этапе можно. Слушай, а есть вот такая прям ненависть к той стороне? Да и к этой стороне. У кого? Ну, у военных, у людей, которые там живут. То есть я имею в виду, ну, смотри, ты рассказал, как они договариваются, да? А я имею в виду, вот, насколько они смогут потом существовать, когда все это закончится. Я должна сказать, мы можем там другое какое-то видео показывать, где волонтеры привозят помощь. Мы были удивлены, что в этих украинских, вот этих населенных пунктах
которых я перечислила, особенно в Луганской области, там станица Луганская. Ну, бабушки говорят, 6 российских каналов, ни одного украинского. Вот, это, кстати, да, интересно. И очень мало украинского присутствия прессы, и тут многие в Киеве сидят в Фейсбуке, громко говорят, как нужно, и учат, там, менялись, например, там, патриотизму, да. Но очень хотелось, чтобы они лучше приехали, бабушкам рассказали. Мне кажется, это очень индивидуально, и нет логики в этом. Вот нет логики, почему вот тот человек такой заядлый, как сейчас там появился термин, диванный сепаратист, а этот человек там действительно помогает там армии, и это все зависит от какого-то поселкового главы, почему так. Ну, есть сложности, и не будем этого скрывать, и я думаю, что есть сложности у некоторых, там, например, этих батальонов, да, с местным населением, то есть разные есть группы, мы понимаем, война непростая вещь, там, в случае мародерства, есть люди среди военных, которые очень жестко пытаются это пресекать, есть те, кто этого не делает. Но, ну да, приходилось. Вот, конечно, вот этим ребятам, с которыми... Вот, не ребятам, вот этим военным, с которыми мы несколько дней были. Ну, мы были и с волонтерами гражданскими, и сами, то есть по-разному, да. Когда там люди привозят шифера, им бабушка рассказывает, да, это все вы. Людям очень сложно понять, почему происходит бой. Ну, вот эта логика. Вы же... Вот если бы вы сюда, вот здесь не стояли... Если вы уйдете, у нас будет мир. Да, да? Но вот мне даже самой было сложно понять, почему так сложно объясняю. Там, ну, нет объяснения, что если стреляет там, град, да, то он пытается, как это называется в военном лексиконе, подавить огневую точку. Хотя, понятное дело, что ну, действительно... Это подавляет все вокруг. Это все не очень точно, это со всех сторон. И я всегда, я, может, там кто не знает, я всегда говорила о том, насколько важно эти гражданское население, что это вот очень ведение боя. Но когда там находится именно тяжелое вооружение, очень сложно понять, что с этим дальше делать. Да? Если стреляют, то будут продолжать это делать там, из градов или из чего, пока там есть эта установка. А что люди говорят? Вот, как бы, люди хотят мира. Устали просто, да? Люди, есть такое, я тоже говорила с психологами, которые там, вот, растерянность. Вот это даже синдром, это не просто, вот, люди не знают. Они хотят мира, никто не понимает, как. Никто не понимает, как. И я тоже хотела сказать, что это не... Чем ближе к фронту, чем... даже подразделения там, вооруженных сил, люди не то, что они не хотят войны, да, но люди понимают цену человеческой жизни, она им для них больше значит. Они не будут так оголтело говорить, давайте сейчас возьмем все, захватим, победим. Ну, и все понимают, что сложно, что нужно работать с местным населением. С другой стороны, есть новые тактики. Вот была тактика того, что там подбрасывали, там, знаете, какие-то... Ну, это чистая диверсия. Это не значит, что местное население приносило... Там, вот была история, когда привезли банку меда, которая взорвалась. Мы просто как раз говорили с людьми вот там, в этой военной комендатуре. То есть, если был бы естественный процесс, ну, то есть, вот жили люди, которые кого-то не любят, они бы договорились. Если это все искусственно поддерживать, то становится намного сложнее. Ну, смотри, Наташа, то, что меня тоже интересует и волнует, сейчас медиа, в принципе, и украинские, иностранные, очень много обращают внимание на стариков, то, что там им, наверное, нечего есть, и могут наступить какие-то смерти в результате этого. То, что они не хотят оттуда уезжать, но, тем не менее, вот общаясь тоже с жителями тех регионов, я вижу, что там остаются там достаточно молодые люди и с детьми, и с маленькими. Как ты можешь описать, ну, и я понимаю, что очень сложно, но не средний возраст, среднюю там группу, где, я не знаю, от чего это зависит, вот этот возрастной склад, это маленькое село или там побольше населенный пункт, вот. В результате твоей поездки какие ты видела возрастные категории прибывают? Ну, я до этого была тоже на, как сказать, на той территории, в Донецке, да, и вокруг. Мне кажется, это дело не возраста, а дело денег. Это социальная причина, потому что если у тебя есть выбор снять квартиру, отвезти детей, перевести их учиться, то, скорее всего, ты мог бы уехать. Но мы понимаем, что какой бы ни была там наша страна, ну, каких-то запасов у людей в принципе нет. То есть люди живут с зарплаты, да, то есть есть на вот то, что у тебя есть сегодня, на то, чтобы дополнительно куда-то переехать, уехать. Это сложно, и
непонятно, ну, это растерянность. То есть люди не понимают, они, это все-таки неведение. И для многих, вот сейчас я знаю, что уходит, вот никто не понимает, почему люди, вот я с психиатром говорила в больнице в Донецке психиатрической, что люди идут на работу и работают бесплатно, потому что это для них иллюзия того, что жизнь не рухнула, что их реальность не разбилась, что не все поменялось, и, возможно, есть этот шанс. И это все-таки не только украинская ситуация. Очень сложно. Со всех стран люди уезжают сложно из своих домов. Вот представь, тебе нужно завтра взять и уехать. Ну, вот Ваня взял и уехал. Да, но это... Ну, в случае с Ваней я это и представляю. Вот. Но я имею в виду вот все собрать. Просто каждый должен был задуматься, как это. Вот взять в один день и оставить все. Все, что у тебя есть. В принципе, обдумывая даже это. Наташа, вот все равно, возвращаясь к теме медиа, ты сама сказала, что вот на многих территориях, несмотря на то, что они находятся под контролем Украины, вещают в основном российские телеканалы, да? Да. И российские медиа. Как относились к вам? Вы же представляете, что вы там украинские медиа? Или люди там... Да, конечно. Вы для них были врагами или нет? Нет, вы можете, я не знаю, там еще какие-то есть материалы есть, просто показывать. Ну, мне, я вообще верю в то, что можно с людьми говорить. У нас была ситуация, когда мы приехали в станицу, там, Луганскую, там, бабушки там возле единственного банкомата начинают кричать, там, что-то говорить, что вы сюда пришли, вот нам не дают пенсию. Говорю, мы хотим рассказать, что там не то, что не дают, тому, ну, там начинают все свои проблемы, даже чуть больше, чем есть. Ты начинаешь говорить, да вы не скажете этого, вы скажете, ну, то есть вот эта уверенность, что вот просто такое огромное недоверие, в итоге ты 5 минут 10 говоришь, 15, тебя обнимают, говорят, я тебе шоколадку пришлю, если ты покажешь то, что я сказала. Ну, такие случаи есть, просто, ну, есть и критичные, когда ты там заходишь в дом, который разбит, и там человек, вот он как видит, ты там его чем-то, ты там его не уговоришь, конечно. Слушай, технически можно наладить работу украинских телеканалов на вот этих прифронтовых территориях? Или это просто невозможно? Меня удивляет, почему даже на территориях... У нас целое министерство, которое этим... Министерства нет, есть министр. Да, министр. Но я слабо себе представляю, что министр сам с монтировкой будет там устанавливать антенны или что-то, да? Ну, в принципе, это же ненормальная ситуация, когда на подконтрольных даже Украине территориях нет украинского, да. Украинских телеканалов. Я уже молчу о том, что по-хорошему надо как-то организовать так, чтобы вещание распространялось и на Донецк, и на Луганск, да? Ну, хотя бы на своей территории. Вот на те территории, говорят, вышки что-то какие-то сбивались, ну, что-то об этом говорилось, что они там пытались устанавливать и сбивались, это я слышала. Я бы даже сказала, можно проще, радио. Если там, помнишь, газетки, я не понимаю, что, распечатать что-то, привести вот это все возможно. Телевидением сложно, электричество иногда не работает. Ага. Лучше газет. Это удивляет, это действительно удивляет. Ну, я видела какие-то листовки, я думаю, что может, органы власти делают там о том, что, как плоха федерализация и всякие такие вещи, но этого очень мало. Конечно. Расскажи чуть поподробнее про отношения местного населения и военных. Давайте. Потому что непростая, я так понимаю, эта тема во многих населенных пунктах. Она непростая в том, что все зависит от военных. Если военные ведут себя нормально, то, в принципе, ощущение... Ну, во-первых, знаете, все очень условно. Люди склонны там как-то повиноваться любому человеку с оружием. Хотя я удивилась, потому что, знаете, я все-таки... То есть это не то, что бояться. Сейчас там, по-моему, такое ощущение, что там придет человек с автоматом. Если там человек ярая, такая продавщица в магазине, она и ему все скажет. То есть они разные, выслушивали много, но есть... Действительно, в той самой станице Луганской там некоторые представители некоторых батальонов, которые там, мы знаем, что там есть там пьянство, об этом говорят, о мародерстве, это все есть, но нужно понимать тоже, как это работает, не все так как бы просто. Это не обязательно батальон, ну, то есть есть эти случаи. Например, там есть военный комендант, которому жалуются на каких-то других, да, или он толком ничего сделать не может. Но любая какая-то вещь, сделанная неправильно, она, конечно же, отыгрывается на всех. С другой стороны, это очень сложно понять, почему. Почему какая-то бабушка там в городе Попасная, которая тоже, вот такой, там же есть разные люди, рассказывает о том, что вот она, они пришли ее защищать, вот они приехали так издалека. Ну, то есть ты
У меня... Это, честно говоря, еще для нас раз подчеркивает, что это вопрос даже, ну, какой-то, не скажу тебе, идеологии, да, вот как человек с какой-то мыслью, она у него есть, ну, я думаю, вот, не знаю, заканчиваем или не заканчиваем, да? Заканчиваем, да? Вот, я хочу, вот сейчас показательная история будет о том, что вот мы сейчас покажем материал, который мы сделали, один из многих, он просто о парне, который был милиционером в Украине во внутренних войсках ровно год назад здесь на Майдане стоял. По противоположную сторону от Майдана. Но он русский, у него мама и отец русские, этнические. Отец российский офицер, в Сочи живет. И они с ним не разговаривают. И более того, наверное, вот это самое, я думаю, что вы обратите внимание в материале, ну, он просто сам несколько раз повторил, что отец, он был в плену в Иловайске, ну, там, и вышел даже, на, это как раз было то подразделение, которое вышло на ту территорию, на российскую территорию, и которых обменяли на российских заблудившихся десантников. И после этого ему там русский офицер, отец в Сочи сказал там, вместо того, чтобы спросить там, сын, как ты там, ты жив, как тебя вели в плен, сказал, а как же ты мог стрелять в российского офицера? И какой-то Тарас Бульба получается. Да, вы можете получать, но вот парень говорит, что вот это все пропаганда. То есть вопрос в том, что это даже от семьи не зависит. Это даже и я... Ну вот самое последнее, почему у него позывной псих? Потому что он военный психолог. Более того, как ни удивительно, знаете, у него два позывных. Это, конечно, ну, просто видите, как стало все смешно. Ну, вот, чувство юмора людям помогает, потому что мы там просто очень такой как-то добродушный человек с двумя позывными псих и нацик. Потому что нацгвардия. Нацгвардия, для тех, кто не понимает, это тоже нужно важно понимать, что национальная гвардия – это внутренние войска. Это вот подразделения переименованные. Да. Это вот все, Наташа, смотрим. Да. Спасибо тебе. Смотрим. Ну, конечно же. Позывного. Позывного мы нашли. Так. Горячая точка. Мама – заслуженный противник суду, секретарь. Сейчас вышла на пенсию, буквально, может, с полгодика. Большой привет, мама Наташа, я тебя люблю. Бабушка у меня еще есть, брат старший. Всех семья, все хорошо. Что, ты Ксюша? Ксюша, да. Ксюша. Юбочка из плюша. Русая коса. Так а вы всей семьей поете? Да. Мы поем и всей семьей, и соседями даже. У тебя жена, она... Да, она у меня солист ансамбля МВД в Николаевской области, Южный Патруль. Сейчас она, конечно, в декрете. Но песни ты слушаешь. Но песни мы слушаем и поем иногда даже вместе. А сколько сыну? Ребенку вот 19 января будет ровно годик. А представь, что сегодня 19 января, и мы опубликуем это видео именно 19 января. Что бы ты сказала? Ой, я хочу свою кукурузку поздравить с днем рождения. Дай бог ему здоровья, счастья, чтобы все у него было хорошо. Вокруг него только мир, любовь и радость. И большой привет своей любимой жене. Верочка, я тебя люблю. Как все, да, были определенные задачи, мы их выполняли. На День независимости поступила команда передислоцироваться для перегруппировки. И мы поехали. Ну и в одном месте, поселок Лайковский Амбросинского района, подъезжая туда, попали в засаду с ребятами. Ну, нас разбили, в общем, это очень длинная, долгая вся история. А потом несколько дней мы находились уже практически без оружия, без еды и без воды в посадке. Ждали, пока придет подкрепление, чтобы нас, допустим, ну, отбить и отвезти в спокойное место. Но уже с
скажем, воды не осталось, выходить сдаваться мы никто не собирался. Мы решили перейти границу с Россией, она была недалеко, в 20 километрах приблизительно. Приехали пограничники как бы с чистыми намерениями, все встретились, у нас все хорошо, но потом дальше сразу же нас передали в руки недружелюбному подразделению, которая вот трое суток в перемешку со всеми, скорее всего, с ДНРовцами и всякими казаками там допрашивала, пытала и т.д. и т.п. Но нам повезло, что российские десантники могут заблудиться. И через 4 дня российские десантники, заблудившиеся на территории Украины, были взяты в плен, и их обменяли на мою роту, скажем так, на тех людей, которые были со мной. Как ты вообще пошел на фронт? Как ты вообще решил? Я кадровый офицер из реорганизованного подразделения внутренних войск Национальной гвардии. Ну, есть такая профессия — родину защищать, поэтому вот. Ты и на Майдане был. Год назад я служил в воинской части внутренних войск, которая как бы, выполняя свои прямые функциональные обязанности, защищала конституционный лад, скажем так. Ну, у военного профессия такая, ему думать не надо. У него есть приказ, и он его выполняет. Понятно, если он какой-то там противоправный, когда говорят, что стреляй в человека, тогда уже нужно задуматься. А если ты просто стоишь в монолите, как бы охраняешь те же административные здания. Где стоял? Возле Мариинского парка мы стояли поначалу, потом возле администрации президента. Не было ощущения, что что-то не так, что какая-то такая... Ну, когда вот были моменты, когда можно было подумать, ну, то есть, когда ты не стоишь на посту, да, тогда ты хотел просто поспать. Думалось очень мало в тот момент, потому что мы все понимали, что мы и люди, и мы все марионетки в чьих-то руках. Поэтому нам просто не верилось, что это все реально происходит в нашей стране. То есть, как бы, многие из нас уже были, скажем так, и участниками помаранчевой революции, да, вот тогда мы уже, кто еще уже курсантом старших курсов был, некоторые уже служили. То есть мы точно так же там стояли и выполняли свои обязанности, но тогда не было такого, вот, когда стреляют там или бросают зажигательные смеси. В информационном вакууме мы не знали, что дальше, как быть. То есть всех пугали какой-то там люстрацией там, и т.д. и т.п. Ну, мы же все люди, да, всем свойственен страх. Ну, каждый, скажем так, определялся, что им делать дальше, уходить, не уходить. Там некоторые даже убегали, переезжали в другие страны, города, меняли профессии. Ну, уже после отпуска пришло, скажем так, запрос на Национальную гвардию, что нужен человек, который владеет более-менее английским языком, чтобы поехать на курсы цивильно-войсковое співробитництво. И вот я поехал на курсы, там отучился, получил сертификат. И теперь вот работаю в этом направлении. А что должен делать? Мы, как нас называют, голуби мира. Мы приезжаем в населенный пункт, знакомимся с местным населением, с властями, да, которые остались, и узнаем, какая им помощь, допустим, нужна. Обеспечиваем, допустим, по возможности их безопасность, там, то, чтобы по ним не стреляли. Вместе с ними стоим, находимся. Очень часто это все происходит на передовой. Я понял, что родина – это там, где ты живешь, а не там, где ты родился. Хотя по национальности я русский. Отец русский, мать русская. Что отец делал у тебя? Отец в России живет. Ну, я не хочу на эту тему говорить. С отцом я не общаюсь. Вот как раз, когда это все началось. У нас очень плохие отношения стали. Благодаря пропаганде российской. Ну, фраза, которая меня убила. Я говорю отцу: пап, я там был. То есть там реально стоят российские солдаты. Все. Они воюют против нас. А отец говорит: и что, ты стрелял в российского солдата? То есть не: слава богу, сынок, ты жив-здоров, все хорошо.
Это вот очень тяжело. Ну дай бог, как говорил Тарас Григорьевич Шевченко, боритесь и поборете. Все будет хорошо. Так, с вами снова «Громадская на русском». Посмотрели этот сюжет, конечно, тяжелая история, но... Но жизнь да, такова. Жизнь такова, и ситуация в Донецке и на Донбассе прямо сейчас. Идет ожесточенный бой, вот как сообщают наши коллеги из «Украинской правды», идет ожесточенный бой в аэропорту Донецка, и по данным руководства АТО скапливаются новые силы российской армии неподалеку от границы с... неподалеку от границы с Украиной. Поэтому ситуация может еще и в ближайшие дни еще сильнее обостриться. Об этом и о многом другом мы сейчас поговорим с российским военным экспертом Павлом Фельгенгауэром, который у нас на связи по скайпу. Здравствуйте, Павел, слышите ли вы нас? Здравствуйте, слышу вас. Хорошо. Да. Павел, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот это наступление, которое... началось несколько дней назад в районе аэропорта Дебальцево, и сейчас уже, судя по всему, речь идет о Мариуполе. Это можно ли назвать генеральным наступлением, или, по-вашему, это локальное развитие событий? Ну, пока локальное. Пока локальное. Ну, а вы ожидаете, что это может во что-то более серьезное вылиться? Потому что сейчас многие говорят, что действительно все больше и больше так называемых гуманитарных конвоев с оружием поступает боевикам, и поэтому у них они нарастили огромные силы, и не будут же они просто их сидеть на них. Наверняка как-то будут использовать. Ну, пытаются использовать, пока не очень эффективно. А что, вы думаете, мешает использовать эффективно? Потому что эти вот боевики-ополченцы – это вооруженный сброд. Ну, не то, что там все солдаты какие-то плохие, но те, кто ими руководят, не умеют вести общевойсковой бой и организовать его, тем более на уровне соединений. Там, в общем, нужно координировать, этому учат вообще довольно долго. Потому что у них просто образования не хватает военного, я правильно понимаю? В том числе хорошего солдата можно за 8 месяцев, вот такого солдата можно подготовить. А вот комбата готовят хорошего 10 лет. Ага. А генерала и того больше. А плохой комбат, а тем более плохой генерал, это горы трупов. То есть вы полагаете, что сейчас ожидать каких-то там серьезного продвижения вот этих боевиков не стоит на направлениях вот, обозначенных? Ну, надо понимать, какова стратегическая цель. Стратегические цели, собственно, Москвы – это не какие-то кусочки Донбасса, там, не аэропорт, не Мариуполь. Стратегическая цель – это смена режима в Киеве. Причем смена не только политическая в данном конкретном случае, уже официально российский МИД обозначил, кого он не хочет видеть в Киеве у власти. Вот. Премьера Яценюка, Турчинова, того, кого обозначили партии войны, Порубия. То есть это вот вся партия Турчинова и Яценюка должна уйти из коалиции. А президент устраивает? Россия разговаривать не будет. Вот, в принципе, России нужна конституционная реформа, об этом и идет речь. Чтобы у Москвы была институциональная возможность управлять принятием стратегических решений в Киеве. Поскольку стратегическая цель не допустить движения Украины в сторону Запада, там, присоединение к Европейскому Союзу, к НАТО. А для этого нужна смена режима. И поэтому то, что происходит, это именно об этом. Не о каких-то кусочках территории идет речь. Ну а какая может быть связь между этим локальным наступлением и сменой режима? То есть я имею в виду, каким образом это наступление может поспособствовать вот этой заявленной смене режима, заявленной цели?
Ну, понятно, что так называемые вот, киборги в аэропорту Донецка стали символом украинского сопротивления. Если они будут там разбиты и выбиты из аэропорта, то это может привести к политическому кризису в Киеве и к смене режима. А при этом для ополчения, боевиков ополчения, в общем, если это выйдет, хорошо. А если не выйдет, если они будут разбиты, тоже неплохо. Потому что это может спровоцировать настоящее полномасштабное российское вмешательство. То есть они не проигрывают ни в каком случае. Поэтому подобные случаи будут только нарастать. Ну а насколько действительно вот, серьезно, что должно такое произойти, чтобы Россия, российское руководство направило свои кадровые части на помощь вот этим вот ДНР, ЛНР и их формированию? Ну, решение должно быть Владимира Путина. Ну я имею в виду, что нет, может спровоцировать это решение? Нет, ну какие-то участники есть, но по-настоящему российские регулярные части вот, входили в дело вот, в конце августа на Иловайске, на Саур-Могиле. Но и то даже авиации не было. Потому что, вот, скажем, сейчас вот, было наступление на новый этот, на развалины этого аэропорта в Донецке. Но украинская артиллерия не была подавлена. Так что это все было просто ерунда. Напали, по сути, на боевое охранение, которое обозначало линию соприкосновений. А основа обороны — это артиллерийские возможности. Артиллерийские позиции под ударом не были. Вот когда, скажем, российская авиация начнет наносить бомбово-штурмовые удары по украинским артиллерийским позициям, вот это значит, Россия вступит в дело. Не одна там группа, а что-то серьезное. Ну вот скажите, пожалуйста, все боятся этого большого российского наступления. Мы понимаем, что силы не равны между украинской армией и российской. Что должна делать украинская армия, чтобы все-таки не упасть под этим большим наступлением? Ну, во-первых, пока такого ничего нет. И неизвестно, когда будет. Хотя вероятность, чем дальше мы движемся к лету, тем больше вероятно. Сейчас время, в общем, если честно сказать, время года не очень подходящее. Российская авиация не сможет эффективно работать, когда световой день мал, и погода все время портится. Потому что без прямой видимости через облака и ночью мы там не американцы и не израильтяне, мы не можем. Так что, я думаю, будет продолжаться вот такая нынешняя ситуация, и она будет становиться чем дальше, тем опаснее. В Москве есть такое мнение, что в результате финансового кризиса, экономического кризиса на Украине произойдет смена режима в Киеве, та или иначе. Вот. И поэтому можно просто подождать. Если там не будет смены режима, будем подталкивать, по-видимому. Вот как вот сейчас в Донецке и в других местах. Чем дальше будут подталкивать, тем больше. Ну и как вы думаете, Павел, а как вы думаете, эта тактика вообще она может привести к успеху? Или все-таки Украина не поддастся на эти подталкивания? Ну, я в Москве. Да. Я не знаю. Но вообще украинским военным надо готовиться, как и украинской нации. Готовиться к чему? В итоге никто за вас защищать так вот не будет. Ну готовиться к чему? К чему-то конкретному или просто вот типа стойкости? Будет, чем дальше, тем хуже. Ага, понятно. Ну что, спасибо, Павел, вам большое, очень невесело, невеселую перспективу обрисовали, но будем стараться держаться. Особенно мне. Спасибо, всего доброго. Павел Фельгенгауэр нам рассказал, что, в общем-то, то, о чем многие догадывались, что действительно ситуация будет становиться хуже и хуже, хотя сейчас многие эксперты говорят, что, наверное, все-таки будет у нас продолжаться, в смысле у нас на Донбассе будет продолжаться наступление российских войск, и, может быть, даже оно закончится и попыткой взятия Мариуполя или хотя бы его блокады. Ну, я думаю, что еще важный месседж, который прозвучал вот об этих попытках смены власти,
Но это идет речь не смены власти, там, физического устранения, да, а сыграть на панических настроениях украинского населения. И даже что бы ни произошло, как бы события дальше не развивались с нашим символом донецким аэропортом, да, нужно быть готовыми их пережить и двигаться дальше, не поддаваться панике. Ну да, сейчас очень важно, чтобы никто никогда, ну, в смысле, никто, ни политические элиты, ни население, ни особенно СМИ, которые очень любят разводить панику на пустом месте, чтобы сейчас, даже если и будут какие-то поражения, какая война без поражения, чтобы не начиналась паника. Это самое плохое, что может произойти сейчас. Ну да, потому что потом пойдут сметать здесь все на своем пути. Да, ну, чтобы у нас не было паники, у нас есть многие волонтеры, у нас есть люди, которые занимаются этим, и в том числе наш следующий гость. Представишь его? Да, представлю. Только у нас сюжет. Все, так, секундочку. Сейчас у нас сначала будет сюжет. Да. Гость у нас будет немножко позже. Сначала будет у нас видео и о марше мира, который пошел в Киеве. Люди вышли протестовать против терроризма и убийства 12 или 13 даже человек, погибших в результате обстрела из ракетных систем «Град», блокпоста и попадания в автобус пассажирский под Волновах. Это произошло на прошлой неделе. Действительно страшная история, страшная трагедия. И люди решили отреагировать на эту историю выходом на улицу. Людей не только в нашей стране, а по всему миру демонстрируют против терроризма, против насилия. К сожалению, насилие имеет цену. Это цена человеческой жизни. Это самое ценное, то, что есть у каждого из нас. И поэтому этим протестом мы хотим сказать нет, нет терроризму в любой его форме. Присоединиться к действиям наших бойцов на Востоке, не оставаться в стороне и призвать к этому всех остальных граждан Украины. У нас в стране идет необъявленная война. Террористическими методами мы выступаем против них. Тем, чем мы можем помочь. Мы сегодня здесь, мы высловливаем мухаммеданскую позицию. Thank you.
Вот посмотрели мы сюжет той акции, которая прошла на этих выходных, я тоже там была. Но, как мне кажется, очень удачно подобрали название, хотя в СМИ фигурировали разные, но вот в Твиттере чаще всего хэштег был «Марш мира». Мне кажется, там «Марш памяти», да, там «Марш против терроризма», да, но точно не «Марш мира», потому что все люди практически, с которыми я общалась, они вот бурно обсуждали события, последние события, наступления, там, события в аэропорте, и желали как-то победы украинской армии, но как-то странно, как мирным путем можно, украинская армия может победить. Ну, то есть вот такая была коллизия. Но было много людей, действительно, многие люди. Но и это, наверное, была, пожалуй, самая большая, что ли, акция со времени Майдана, я так думаю, в Киеве. Ну, и... Я так понимаю, было 12 тысяч человек или около того. Ну, много-много. И хотя, несмотря на то, что было несколько маршей, один какой-то марш начался в 12, потом следующий в 2 часа дня, но людей на улицах было много, и причем проходили в разных украинских городах. Но сейчас немножко о другом, все равно все это взаимосвязано. У нас уже есть следующий гость. Это Павел Нарожный, мелкий бизнесмен. Ставший волонтером. Будущий олигарх. Да, да, будущий олигарх. Ну и, наверное, то, что для меня тоже чаще всего спрашивают, вот твои впечатления за прошедший год, есть ли разочарование, нет ли разочарования. Мой всегда ответ, что вот, в чем позитив? Несмотря на то, что бы ни происходило в стране, у нас появилось какое-то безумное количество волонтеров, людей, которые помогают там, армии там, и другим, делают это бескорыстно, причем в своей жизни довольно успешных и как бы... Я так понимаю, что у вас не так много и свободного времени, чтобы всем этим заниматься. Расскажите вообще, что вас привело в волонтерство и кому вы помогаете сейчас? Волонтерство. Я волонтер уже больше года. Вот, то есть... Началось все с Майдана? Началось все с Майдана. В декабре месяце ко мне пришли... Я даже сам до сих пор не могу понять, почему пришли мои друзья, сказали: «Паша, надо вот помочь Майдану». Ну, наверное, надо там купить там какие-то теплые вещи там, и так далее. Вот, начали мы помогать сначала, покупали там какие-то теплые вещи, но потом пошли по медицинской линии, больше всего помогали медпункту Майдана, который находился сначала в Михайловском монастыре, монастырь же, да, все правильно, вот, потом он переехал в, помогали, вот, который был на передовой на Груше, вот этот сам. Улица Грушевская. Улица Грушевская, ну ее на жаргоне все называли Груша, не знаю почему. Да, кстати, вот. Сейчас вот в эти дни годовщина всех этих событий на Грушевского. Да, да. Вот если там институт литературы, насколько я помню, он называется, вот там был медпункт, там я завозил туда то, что нужно было завозить, и там первый раз увидел раненых, и тяжело раненых увидел людей, последствия взрыва гранаты, там, ну, в общем, зрелище такое не очень приятное. Вот. Потом, когда Грушевского... Ну, скажем так, перешло из наших рук в их руки, когда мы отошли, потом был в медпункт, в этом, как она, библиотека Верховной Рады, насколько знаю, это здание называется, потом в украинском доме и так далее. Вот. Майдан как-то продолжался, мы покупали, ну как мы, это группа инициативных товарищей, которые просто, ну как бы я лицо этой группы, но на самом деле людей далеко не один. Вот, покупали медикаменты, покупали продукты, покупали все, что только можно было покупать, покупали бинокли, которыми там высматривали этих снайперов там, и так далее. То есть мы уже дошли до того, что мы первый телевизор готовы были притарабанить на Майдан, но мы, там, под честное слово, человек готов был отдать свой телевизор. Вот, но мы его так и не привезли. Вот. Когда закончился Майдан... Я был истощен как физически, так и... Да, многие вернулись, попытались вернуться к нормальной повседневной жизни, потому что устали. Да. У меня эта попытка была, то есть есть такая группа «Крылья Феникса», наверное, все про них знают, есть там такой Андрей Слевянский, который меня пригласил, сказал: «Паша, твой опыт волонтерской деятельности на Майдане поможет теперь армии». Но я пришел на эту встречу, там сидел, ну, тот же Бирюков там был и так далее, то есть вся эта... Павел, подождите секундочку, я перебью, потому что у нас смотрит русскоязычная аудитория по всему миру, и не все знают, что такое «Крылья Феникса». Надо да. буквально пару слов сказать, что это волонтерская группа, которая появилась именно после начала событий
на уже не в Крыму, а на востоке Украины, правильно же? Нет, они появились еще во времена Крыма, и наша первая попытка помощи была крымским солдатам. А, именно крымским солдатам. Да. Вот, да. И вот появилась, и тогда это была первая встреча, никто же не понимал, что нужно делать, никто не знал, куда бежать, что покупать и так далее. Вот, ну, я тогда честно сразу вам скажу, то есть я сказал, ребята, я вымотан, мне нужно зарабатывать деньги, нужно там, и я отказался в этом всем участвовать, то, что потом стало самым большим волонтерским движением Украины. Ну, я не хочу там сравнивать с кем-то, ну, «Крылья Феникса» однозначно лидеры. Вот. Первая попытка помощи, это мы покупали, есть такой довольно известный в Фейсбуке человек, Андрей Иваниченко, это майор морской пехоты Украины, он сам родом из Севастополя, и когда вот это все произошло, мы ему там позвонили, написали, сказали, что нужно, он сказал, ну, там, я не хочу все это цитировать, ну, нужны каски, да, то есть морпехи, у которых нет касок, нет бронежилетов. Мы побежали, купили там какие-то каски, отправили их новой почтой в Севастополь. Он пошел на новую почту забирать эти каски, его приняли, хотели принять так называемая самооборона Крыма. Ну, их там было 4 человека морпехов, ну, судя по всему, самообороне там не очень повезло, вот, там кому-то что-то поравняли. В общем, ребята вернулись с этими касками, но они ожидали, что мы им вышлем кевларовые каски, мы вышли стальные каски. Ну, в общем, это было, честно, скажем так, первый блин комом. Вот, после этого я сказал, не, ребята, я не понимаю, что я делаю, не понимаю, зачем я это делаю. Я до апреля, наверное, до конца мая, нет, до мая месяца я отдыхал, там, расслаблялся, пытался заработать денег там, и так далее. В мае месяце я начал заниматься тем, чем я занимаюсь по текущий момент. Я сам родом из города Сумы, маленький городок на востоке Украины, 34 километра до границы с Россией, 100 километров до Курска. Вот. Ну, я там в местных форумах присутствовал, и такой Юра Синько пишет там, надо запчасти там какие-то, там какой-то автохлам там тролливали для сумского, значит, артиллерийского полка. Ну, я посмотрел тогда, там РСЗО «Ураган», там, ну, для меня это тогда вообще ничего не означало, это РСЗО «Ураган». Вот. Я ему написал, Юра, а для чего это надо? Ну, вот мы там отремонтируем 3 боевых машины, там, значит, там что-то еще. Я говорю, сколько тебе денег дать? Ты вот мне так проще скажи. Юра пропал куда-то часа на два, потом пишет, что это там 3862 гривны, там 62 копейки. Я позвонил другу в Сумы, говорю, там, Серега, завези человеку 4000 гривен, там, посмотрим, что из этого получится. Он там через там, 2 дня пишет, фотки там какие-то повесил, там, отремонтировали, там, туда-сё, теперь надо там что-то еще купить. Ну, в общем, понеслось, одним словом. После этого я начал, я в артиллерийском деле тогда вообще ничего не понимал. А сейчас? Сейчас уже разбираюсь, да, я знаю, там, чем отличаются типы боеприпасов, там, какие там вес тротила в ракете в этой, там, какая дальность стрельбы. Честно, лучше бы мы ничего этого не знали. Лучше бы я этого, честно вам скажу, но не знал. Ну, уже жизнь, да, да, да. Закрутилось так все, что, ну, когда доходит до того, что мне перезвонит комбат артиллерии и говорит, мне надо вот это. Я говорю, тебе вот это не надо, тебе надо вот это. Он говорит, а почему? Я ему начинаю объяснять, почему. Вот, потому что вот на огневой позиции тебе ты делаешь вот так вот, а надо делать вот так вот, ну и так далее. То есть, ну, как бы это все, во-первых, ну, каким-то своим жизненным опытом, ну, естественно, помощью этих самых артиллеристов, солдат, офицеров там и так далее. Ну, там, вот простой пример, там, по кадонам, значит, это реактивной артиллерии, значит, нужно замерить скорость ветра, которая, ну, над землей одна скорость ветра, а на высоте другая. По кадонам 70-х годов офицер выходит, достает такую ружье такое специальное, и с белой тряпкой так пух, вверх стреляет, а на высоту метров 300. И он должен сделать 3 выстрела. Если он сейчас сделает 3 выстрела, ему уже прилетит что-то туда. Mm-hmm. То есть там, где он это делает. Он демаскирует просто. Конечно, он демаскирует свою позицию. Сейчас это делается абсолютно по-другому. Вот. По канонам, опять же, артиллерии там, в батарее должен быть десантный метеорологический комплект. Это такой чемодан 22, по-моему, килограмма весом, который там замеряет 3 параметра. Там скорость ветра, давление и влажность. Сейчас это делает вот такой карманный, ну, мог бы принести, но не взял просто с собой, карманная метеостанция. По точности она абсолютно идентична этому ДМК по всем показателям. Он, ну, как мобильный телефон в кармане носит. Вот. Но мы там действуем по-другому. Нам важна там точность стрельбы и так далее. Мы покупаем высокоточную метеостанцию. Она стоит там в 30 километрах, она стационарная. Она там, у нее точность там меньше 1%, ну, вернее, ошибка меньше 1%. Вот она стоит там на
в базовом лагере, откуда, собственно, делаются замеры, а потом по рации сообщают человеку на огневой, который в 40-50 километрах, который это дело подтверждает маленькой вот такой вот анемометром карманным, говорит, да, там примерно, ну, не примерно, а совпадают эти показатели, после этого уже стрельба производится. Ну почему? Потому что, ну, ураганом стрелять — это тяжелая артиллерия. Там... Я вас прерву, извините. Много текста, я понял, извините. Нет, это все очень сложно для меня особенно. Павел, вы, вообще, секунду, я вопрос. Ну, Павел, вы же общаетесь наверняка с вашими вот этими подшефными, скажем. Постоянно. Что они говорят насчет того, что насчет последнего наступления российского? Они думают, что оно действительно настолько серьезно? Или оно во что-то выльется или нет? Я вам скажу так. Это война артиллерии. Да. Авиацию мы применять не можем по одной простой причине, потому что у каждого боевика в кармане ПЗРК может быть стрела, которая сбивает Су-27. Ну, в его боевом режиме, скажем так. Вот. Эффективное применение авиации нет. Зато у нас есть очень хорошая высокоточная артиллерия. Вот. У нас есть такое Сумское СВАКО, называлось, Сумское высшее артиллерийское командное училище, которое считалось лучшим в Советском Союзе, вот, на базе которого, собственно, создан 27-й Сумской артиллерийский полк. Вот, то есть там большинство офицеров, они там были преподаватели и так далее. Вот. Я звоню ребятам, у них воодушевление, говорят, нам наконец-то дали команду стрелять, мы до этого сидели, это же перемирие непонятное, то есть ждали непонятно что. У них, ну, не хочу хвалиться, но то есть просто, ну, уран – это очень тяжелая установка, то есть там один залп, он уничтожает до 60 гектаров земли, ничего не остается. То есть выжигает все полностью. Ну, они таким, конечно, боеприпасом не стреляют, они попроще стреляют, но у них каждый выстрел – это результат. То есть нету такой ситуации, что они там выстрелили, промахнулись. Я имею в виду, то есть у них нет там настроения, что типа вот, блин, все пропало, нет, там все плохо. Близко. То есть они наоборот в хорошем расположении духа, правильно? Они наоборот воодушевлены, что им наконец-то дали возможность работать. То есть они же стреляют, ну, по лесу они просто не стреляют, они стреляют по цели, по конкретной. То есть там выехали 3 танка, нужно накрыть, накрыли. Там, ну, и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы, я просто слушал и переговоры по рации, когда они говорят, там, разрыв, есть попадание, разрыв, там, цель уничтожена, ну, и так далее. То есть все там, ну, как бы, я даже чуть-чуть не боюсь за текущую ситуацию. Я прекрасно знаю, ну, то есть это цитата офицера, ну, человек, он говорит, если нам дадут команду, конечно, такой команды вряд ли кто-то даст, то город Донецк будет уничтожен за 15-20 минут. То есть возможности для этого имеются? Да, возможности для этого технически имеются. Естественно, никто не хочет такого делать. То есть больше проблема в применении такой тяжелой артиллерии. Ну, вы видели, что такое антитеррористическая операция в Чечне, когда такими вот установками «Ураган» выжгли город, город Грозный. В принципе, у нас техническая возможность сделать то же самое есть. И больше проблема в применении такой тяжелой артиллерии, которой мы, вот, собственно, занимаемся. Ну, у меня просто, я не могу всего рассказывать. Конечно, да. Ребята-то говорят очень многое. То есть, ну, там, они, ну, присылают видео запуска, там, например. Говорят, мы так старались там обрезать. Я говорю, а что же вы там обрезали? Это там, говорит, столько матюков там получаете. Ну и так далее. С душой работают. С душой люди работают. Ну, когда ты сидишь там, скажем, 3 суток, у них такое очень часто бывает, там 3-5 суток они сидят на огневой, холодно, ну, то есть в машине сидишь, костер разжигать нельзя, там, и так далее. У них стоит эта установка, наведенная на какую-то там цель, и ждут, когда там будет скупчение там этих товарищей. Боевиков, да, да. Да, после этого им залп, быстро собраться и уехать, ну, потому что ответка может прилететь. Вот, поэтому, ну, как бы вот этот вот момент выстрела, он воодушевляет. Ну вот знаете, почему я вас перебила? За последние, вот с момента начала всей этой ситуации было упреков много и со стороны волонтеров, военных в адрес Минобороны. Ваш опыт общения с этой структурой, с этой организацией, что вы думаете о ней? Я вам приведу 2 примера. Вот полк – это 9 батарей. Вот когда начиналась вся эта история, полк из города Сумы срочно вывели в город Миргород Полтавской области, ну, потому что до границы там совсем чуть-чуть. Как он туда доехал, для меня до сих пор загадка. Вот. Когда вот формировались батареи, их отправляли в зону АТО, брали машины, которые на ходу, и отправляли. А волонтеры там днями дневали и ночевали. Я лично оплачивал, люди брали отпуска за свой счет, ну, есть такой завод Фрунзе в городе Сумы, мы там брали автослесарей, люди брали отпуск за свой счет, я им платил, ну, как командировочные, они работали на отправке РСЗО «Ураган»
зону АТО. Отправили только одну батарею, смогли отправить тот сходу, да, а их всего 9. Вот. А потом товарищ Гелитей на встрече с волонтерами... Когда это там, бывший министр обороны. Да, бывший министр обороны. Я лично его не знаю, я ни разу на эти встречи волонтеров, у меня времени нет на это все ходить, но я смотрел, по-моему, Громадский двала там какой-то там. И вот волонтеры там беседуют с Гелитеем, Гелитей говорит, так вы же не все сделали. Мы отремонтировали систему «Ураган». И тут мы там вот, как же, а мы чем занимались? А что же мы делали? А Синько что делал? Букин, а Владимир Сумцов у нас из такой в городе Сумбы, ну, короче, вот «Ураган» — это грузовик, в котором стоят 2 двигателя. И вот для синхронизации работы 2 двигателя нужен специальный электронный модуль, называется R10TMU. Он необслуживаемый, в Украине не производится, а производится только в России, нам его никто не продаст. И вот знаток один в Сумах распилил этот модуль, смог его отремонтировать, они горят. Ну, я там причины не знаю, но факт есть. И вот он сидит днями и ночами, эти модули в Сумах паяет. А тут Гелитей говорит, что мы отремонтировали РСЗО «Ураган». Ну, как-то вот на такой плевок был. А второй пример? Второй пример, ну, опять же, большой грузовик, да, в грузовике все стандартные проблемы. Ну, это как «Жигули» там 71-го года, ну, 75-го года производства вся техника. Ну, то есть, представляете масштаб дизастера, вот, по-другому не назовешь. 40-летний. Да, 40-летняя техника, которая рассыпается, там еле ездит. К ней подходишь, у нее такой характерный запах гниения есть. Вот, она просто разлагается, уже сыпется. Вот. И вот все абсолютно батареи просят аккумуляторы. Вот. Аккумуляторы 180 ампер-часов и больше, ну, то, чтобы оно завести это могло. Я начинаю искать нашего украинского производства. Есть такая компания «Веста». Нет в продаже. Просто нет. Есть бошевские, но недорогие там и так далее. Ну, благодаря тому, что я работал в инвестиционной сфере, я вышел на человека, который там, он, насколько я знаю, то ли замфиндиректора, то ли финдиректор. Ну, говорю, помоги, нужно купить вот такие вот аккумуляторы. Он говорит, а я тебе не могу их продать. Я говорю, а почему? А потому что все купили Миноборона. Вот и все, и полный привет. То есть они купили все эти аккумуляторы, они куда-то там заехали в Миноборону, а до полка они не дошли. До полка, заметим себе, стратегического значения, который один на всю Украину. Ой, без слов просто. В результате волонтеры побежали, ну, в лице меня, по спонсорам, там, упали в очередной раз в колени, там, извините, дайте денежек, дяденька, ну, и так далее. Вот, и мы купили старт, ну, есть такая штука, стартово-зарядное устройство. И вот каждый раз, когда они выезжают, с вот этим стартовым зарядным устройством бегают и заводят эти системы «Ураган». Вот, потому что по-другому они не ездят, потому что оно старое, аккумуляторов нету, тосола нету, антифриза нет, ничего нет. Люди отвертки. А это что хорошо? То, что вы есть. И вы есть, и волонтеры есть, потому что иначе бы... Как бы не сопротивлялась система, у нас есть тысячи волонтеров. На волонтерах все держится. Все держится. Так, ну что, мы вынуждены, извините, уже заканчивать, потому что у нас уже время подходит. Я хочу призвать наших зрителей читать сайт Громадского на русском, следить за нами в Твиттере и самое главное не пропускать вот наши выпуски, которые по субботам и вторникам в 8 вечера. Кроме всего прочего, я хочу представить, сейчас будет короткий сюжет. Сегодня буквально отмечается годовщина очередная референдума в Крыму, 91-го года референдум, когда жители Крыма объявили о том, что они являются частью Украины. И в память об этом референдуме сегодня у посольства России прошла акция в Киеве. И я бы хотел, чтобы нам сейчас поставили сюжет про эту акцию, а мы с вами прощаемся. До свидания.